Всем привет, с вами Восьмит, и с ней я вам покажу такой вот обзор на вот такую самоделку. Это такая азартная игра, рулетка называется. Здесь, типа, если три семерки выбьешь, тогда получишь приз. Как видите, вот эти вот барабаны нам не нужно крутить за никакую рычаг. Вот здесь, как видите, такая штуковина есть, показывают, типа, что выпало. И вот такие вот крутилки, которые мы крутим. Нужно сразу две покрутить. И как видите, так вот крутим. И если вам выпало вот на этих штуках две семерки. Давайте поближе поднесу. Две семерки, вот то есть раз, два, мы выигрываем. И мы берем, переворачиваем. Как видите, здесь есть отсек выдачи приза. Вот это нам что надо сделать? Просто потянуть вот этот рычажок. И все. И любой приз нам выпадает. У меня вот такая штуковина непонятная. Я сделал просто для того, чтобы вам показать, что какая-то вещь оттуда выпадает. Далее просто задвигаем. И как видите, здесь есть отверстие. Небольшое, вот. Это для того, чтобы можно было, не снимая крышку, загружать в автомат вот эту конструкцию. Ой, блин, ребят, извините, у меня развалилось. Короче, вот такая штука, и отсюда как раз мы получаем. Ну, извините, у меня здесь развалилось все. Ладно, ну, в принципе, все, вот такой автомат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, с вами был 8бит, и всем пока-пока.